Илья Александрович Лапкович, группа 11ФК, мастер спорта международного класса по водным лыжам. Второе место в чемпионате Европы за электротягой. Второе место в первенстве Европы. Рекорд мира в фигурном катании за электротягой. Эта номинация очень важна для меня, так как я занимаюсь спортом большую часть своей жизни. На мой взгляд, спортсмен должен быть честным, трудолюбивым и дисциплинированным. Хочется выразить огромную благодарность университету за возможность быть и высококлассным спортсменом, и отличным специалистом в сфере финансов и кредита. Евгений Константинович Коваленко, группа 12ФС, мастер спорта по армрестлингу. Первое место в чемпионате Республики Беларусь. Первое место в Республиканской универсиаде. Третье место в чемпионате мира. Должен победить тот человек, который является примером не только спортивной карьеры, но и в повседневной жизни. Должен обладать силой, честностью и целеустремленностью. Екатерина Юрьевна Шлюпская, группа 11УФС, мастер спорта международного класса по академической гребле. Первое место в Кубке Республики Беларусь. Второе место – Всемирная универсиада. Четвертое место в чемпионате Европы.